Первая четверть учебного года в самом разгаре. Кто-то вот-вот освоил азбуку, а кто-то уже всерьез задумался о выборе профессии. Чтобы образование было не только качественным, но и комфортным, школы и гимназии Бобруйска продолжают наводить марафет. В 17 и 1 сентября встретили в новых красках. Здесь обновился фасад здания и асфальт дворовой территории. И это только снаружи. Для нас, для жителей микрорайона Форштадт, для наших учителей, родителей, детей – это огромный подарок. Поэтому мы благодарим руководство города. Группа продленного дня укомплектована яркой такой мебелью, красивой, чтобы было удобно детям проводить вторую часть дня в стенах школы. Современная мебель также пополнит кабинеты химии и физики. Новая начинка и в межшкольном центре. Начальную военную и медицинскую подготовку здесь проходят старшеклассники со всего Ленинского района. После уроков отсюда выходят настоящие патриоты. Очень много выпускников школ поступают в военные училища, благодарят, приезжают к нам в гости. У нас есть фотографии. Благодаря центру у нас развита помощь и ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам труда. 11-я школа, что неподалеку на Форштадте, тоже не перестает преображаться. Апгрейд здесь начался еще 3 года назад. За это время изменилось многое. Кабинеты стали уютнее и просторнее, а 3-й и 2-й этажи украсили окна ПВХ. Сейчас пришел черед 1-го. Мы не стоим на месте, это все с поддержкой государства. Мы планируем сейчас вот в этом месяце поменять столы кухонные в обеденном зале, также мебель. Буквально сегодня пришли новые столы, 45 столов. Просторнее теперь стало и в спортивном зале. Условия для достойного образования, как говорится, здесь созданы на все 100. Замене в школе подлежат порядка 80 окон, в том числе и отдельно стоящее здание трудового обучения. Изменения пришлись по вкусу и детям, и родителям. Школа преображается заметно. И облик ее, да, взять, вот окна поменены все, и столы у нас меняются. Опять же, столовая преображается. Родители очень нравится, что прогрессирует наша школа. В этом учебном году на преобразование учреждений образования выделено свыше 600 тысяч рублей. Это не только новые окна и мебель, но и благоустройство современных спортивных площадок. По поводу асфальтобетонных покрытий, то текущий ремонт уже выполнен. На спортивных площадках школа номер 21, школа номер 20, 18, 10, 32 школа тоже выполнена, 26. В настоящее время производятся договорные работы по поводу укладки и текущего ремонта асфальта в школах номер 30 и гимназия номер 1. Школа номер 6 в 2020-м может похвастаться своим компьютерным классом. На это власти выделили более 17 тысяч рублей. Здесь же разместился и новый проектор. На этом модернизация не заканчивается. Мария Бересневич, Максим Галеонко, Бобруйск, 360.